Более 880 тысяч рублей получит Наринмарский дом детского творчества. Такое решение было принято после поездки фракции «Единая Россия» в окружном собрании депутатов учреждения дополнительного образования. Законодатели пообщались с педагогами дополнительного образования и руководителем Ненецкой школы имени Перерка, куда в феврале 2016 года переехал дом детского творчества. Педагоги рассказали об условиях, которые созданы для занятия в новом здании, кружках и секциях, а также проблемах. Некоторые из классов не укомплектованы необходимым оборудованием и мебелью. Для этих целей депутаты фракции приняли решение выделить из окружного бюджета 885 тысяч рублей. Сейчас нам необходимо решить эту задачу уже в практической плоскости, закупить то, что необходимо. Потом мы, наверное, еще раз туда проедем, посмотрим, как организована будет учеба в дальнейшем. Вот это наша главная задача, поэтому контроль, решение, исполнение, все, что с этим связано. Напомню, в феврале 2016 года дом детского творчества города Наринмара переехал в один из спальных корпусов Ненецкой школы имени Антона Перерки. Причиной послужила неподъемная арендная плата за трехэтажное здание по улице Ленина. В спальном корпусе дома детского творчества выделили третий этаж с отдельным входом. В учреждении действуют 22 объединения различной направленности, в том числе подразделения в 5-й и 2-й школах, в спортивном центре «Лидер». Дополнительное образование в доме детского творчества получают около 800 детей города.